это в большом городе, то с тобой наверняка должно произойти что-нибудь удивительное. Или в крайнем случае необычное. Город огромным диким ежом щетинится над чахлыми болотами и озерами, а сам уже готов распасться на мозаику островов. По мокрым лабиринтам дворов можно бродить, как по своим мыслям, и не всегда знаешь, где очутишься. Жизнь почти уже 13-летнего человека наполнена всякими ужасами и приключениями. Впрочем, если не обращать на ужасы внимания, то кроме приключений ничего не происходит. Происходит, но все какими-то обязательными мелочами. Уроки, музыкалка, коньки. Теплая осень только началась, и мешала как следует выспаться. Поэтому все приключения еще спокойно спали. И взрослая маленькая девочка сумела добраться до школы весны. Звали эту девочку